В городе творится черти что. Боссы-монстры держат его мертвой хваткой и не собираются отпускать. Но придется. Даю слово. Монашки со стволами, серьезно? Что, пристрелишь меня? Конечно нет. Это их работа. Матушка, начинай молиться. Это вовсе не слухи, это правда. У нас есть секретное оружие. Он мертв? Разумеется. Офицер Доун по вашему приказу прибыл. По мотивам комиксов Джо Кейси и Криса Бёрнема. Режиссер Шон Крэхам. У вас есть право хранить молчание. Нападение на офицера полиции. Сопротивление при задержании. Знаешь, что это? Докладывает офицер Доун. Выезжаю. В этом городе? Ты смотри. Если хочешь нагнуть закон, ну что, вмажем мразям по мордасам? Кто, если не ты? Доун нагнет тебя! Никто. Какая прелесть, пидерашки-ниндзя. Ну так получите по кунг-фую. Офицер Доун, не хочешь сидеть? Нехер наглеть.